Итальянцы голосуют на досрочных парламентских выборах. Одним из первых на свой избирательный участок в сицилийском Палермо пришел президент республики Серджо Маттарелла. Радикальный консерватор Джорджа Мелони, лидер братьев Италии, которая также стоит во главе коалиции ультраправых популистов, должна была проголосовать в Риме в 11 утра. Но политик решила не появляться на участке до позднего вечера. По ее словам, так гражданам не придется пробираться через толпу фотографов и журналистов. В итальянской столице свой голос на выборах отдал лидер Демпартии, бывший премьер Энрико Летта. Согласно опросам, возглавляемая им коалиция левоцентристов, объединившихся вокруг социальной и экологической программы, уступает националистам. Партнер Джорджи Мелони по ультраправому блоку Маттео Сальвини проголосовал в Милане. Его партия «Лига» известна своей жесткой антимигрантской позицией. Еще один экс-премьер, лидер движения «Пяти звезд» Джузеппе Конте, исполнил свой гражданский долг в Риме. 4 года назад за некогда антисистемных пятизвездочных проголосовал каждый третий избиратель на Апеннинах. В нынешней кампании их считают скорее аутсайдерами. Неутомимый Сильвио Берлускони опустил в урну 2 бюллетеня – розовый в Камеру депутатов и желтый в Сенат, в столице Ломбардии и Милане. Число его сторонников уменьшилось последние годы, но голосов, отданных за миллиардера, может хватить Джорджи Мелони для формирования большинства.